Друзья, всем привет! YouTube скорректировал отображение подписчиков. Их точное число видно только на канале, в других случаях показатель округляется. Видеохостинг не комментировал ситуацию с отображением различных цифр. Зато в конце прошлого года ресурс задумался об отказе от кнопки дизлайка. Директор площадки по управлению интернет-проектами Том Леунг, говоря о ситуации, не сказал ни слова о негативном влиянии этого показателя на людей. Причина чисто техническая. Дизлайки могут накручивать для занижения рейтингов канала. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мой видеоканал. Всем пока.